Курсан, вопрос, значит. Смотри, ты сейчас производишь приклейку, и всегда вопрос касается вот этого вот места. Потому что у одних производителей в документации говорится, что ну, можно его и нужно заполнять клеем. А другие говорят, что обязательно отверстие. И вот, вот этот вот спор, он постоянный. Заполнять нельзя, да? Здесь заполнять нельзя. Чтобы я тоже затирка будет, только вот это еще будем затирать. Угу. А здесь оставим, чтобы это воздух тоже надо. А когда зима будет, если вода попадает, замерзнет, не будет здесь. Чтобы не было замерзания, да, и не будет, если да. заполнить, то потом вот тут вот будет трещинка и будет отщелкивание. Ну да. Угу. Все. Сколько за секрет денег? Договоримся. Бесценно, да? С Курсаном мы всегда договоримся. Тысячи лет друг друга знаем. Так что. А зачем вот эти точечки еще сделали? Чтобы это... Маячки. Выровнять? Да, чуть-чуть маячки. Чтобы... Это маячки. Маякование мелко. Чуть-чуть. Легче выйдет. Он всегда их делает. Ты же видел у меня на канале его. Нет, это я видел, но я же, мы же новый ролик это снимаем. Ну да. Для тех, кто не знает. Так что вот, секреты. Вообще. Случайно нет, зашли нет. посмотреть и сразу. Нет, не без секретов. Да, нет. Да. Видишь, помешали мы ему. Каждый день приносит что-то новое. Помешали мы. Пришлось снимать. Вкладили. Да. Не наступай ни на куда. Ну ладно, пойдем. Спасибо. Слушай, брусочки. Я сказал.